Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу показать некоторые новинки из моей коллекции цветов, которые я обменяла со световодами по месту жительства. Вот перед вами сансеверия. Очень много различных сортов сансеверии появилось. Смотришь блоги у девчонок, прямо все хочется приобрести. Ну, эту сансеверию я обменяла на бегонию клубневую красного цвета. Обмен проводился уже неделю назад, наверное. Я сансеверию посадила вот в такой горшочек. Это, наверное, 0,5. Такой розовый горшочек. Захотелось мне чего-то яркого, красивого. Ну, не яркого, а такого вот красивого, светлого. Вот такая вот сансеверия у меня появилась. Но она вырастает высотой. Это обычная сансеверия. Она вырастает высотой где-то, может быть, сантиметров 70. Не очень. Сансеверия не очень любит полив. Поливать можно. Ну как не любит полив? Не любит переувлажнение. А поливать его можно раз в месяц. Такое вот неприхотливое растение. Очень красивый, с желтыми волосами по краям. Совсем вот неприхотливое растение. Затем вот купила такую. Не купила, а эта подложечка у меня была. Она как бы для горячих блюд, но я решила использовать для показа, потому что купила новую скатерть. А смотрите, какие цветочки, они блестящие, и они отражаются при съемке. Поэтому, мне кажется, на этой подложке легче разглядеть растения, какие они есть. Вот второе растение, это ктенанта. А название я точно не знаю. Я видела такую ктенанту у Марины. Канал называется Марина Микс Цветов. Точно, наверное, так. Точно не помню, хотела сказать. Вот, эту ктенанту я обменяла на сингонию неон. Где-то, наверное, недели две назад. И видите, она у меня уже дает росточек. Росточек дает. Листья вот такие отсушенные. А мы все знаем, что ктенанта любит повышенную влажность, а опрыскивать так-то не рекомендует ктенанту. Ну, лучше ее вот протирать влажной тряпочкой. Ну, ничего, вроде растет. Растет. Дальше по обмену растения вот такое, без названия. Не могу сказать название. Вот такое маленькое растение у меня было. Это где-то, наверное, в начале лета. И она у меня выпустила вот такие усики. Усики с розеточками. Кто знает это растение, напишите. Хотелось бы мне тоже знать. Ну, ничего, тоже растет. Грунт потом я добавлю здесь. По мере того, как будет расти растение. Дальше. Это уже не обмен, это я уже купила. Очень давно я хотела купить, заиметь такое растение. Это традисканция Альба, вроде бы. Тут у меня даже написано. Сейчас посмотрим. Альби. Традисканция Альби. Вот. И в нашем цветочном магазине, где у нас выбор не очень большой, я заказывала туда, что привезли аглонемы. Но привезли. А такие сорта у меня есть. И вот выглядело себе такое растение. Очень мне это растение нравится. Традисканция Альби. Сегодня буду пересаживать. Такие листочки плотненькие. Прямо, видите, сиреневая сторона обратная. И вот эта сиреневая сторона. И на лицевой стороне, можно сказать, есть плотненькое растение, мне очень нравится.
сегодня буду пересаживать это растение. А дальше я хочу показать это растение. Я не показывала в обзорах. Это у меня пеперомия. Какая пеперомия, тоже не могу сказать. Но, смотрите, она варигатная. Вот так она у меня разрослась. Был маленький отросток за лето. Так она у меня отрослась. Разрослась, то есть. Красивое растение тоже. Пеперомия. Дальше. Ну, хотелось показать сегодня и свой спатифилум Сильверкупида, который у меня расцвел. Цветочек не очень большой. Само растение тоже небольшое. Пока еще только растет и разрастается. Это я получала посылочкой. И вот там еще, можно сказать, дефективный отросток цветочка. Ну, маленький такой, не растет почему-то. Не растет. А тут у меня желтеет, что ли, листочек? Непонятно, надо посмотреть повнимательней. Да, почему-то листочек желтеет. Это новый листочек, и он уже желтеет с корня. Красивые листочки, такие серебристые, с зелеными прожилками, темно-зелеными. Очень мне нравится этот спатифилум. Но любит попить, конечно. Если уже как не дольешь, сразу листочки поникают. Красивое растение. И еще хотела показать сегодня свой дендробиум нобеля. Вот он мне какой. Какой он у меня куст такой вот. Весь он разросся. Я вчера отделила кейк у этого дендробиума. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну вот где-то вот здесь я отделила кейк. Теперь уже точно не знаю, но вот здесь где-то отделила кейк. Вот такой кейк с двумя отростками. И сегодня я буду сажать. Я уже отделяла у этого дендробиума кейк. Он был снизу. Вот как этот кейк растет, так и здесь. Здесь я отделила. И я думаю, мне нужно будет отделить и этот кейк. Смотрите, тут сразу два кейка, вот они. И нужно ли мне отделить эти два кейка? Я пока сомневаюсь. Что вы мне посоветуете? Это уже новый кейк цветет у меня. Это еще старый. Но вчера я поменяла место для этого растения. Поставила на подоконник. И ему не понравилось. Он сразу отсушил несколько цветочков. И вот тоже отсушивает. Видимо, ему не нравится, да. На подоконнике ему не понравилось. Вот такой вот дендробиум. Ну, когда покупала, он цвел очень-очень красиво. Роскошное было цветение. У меня есть видео об этом дендробиуме. И он ароматит. Он очень-очень вкусно, очень приятно ароматит. Вот. Нужно ли мне отделить этот кейк? Я в сомнениях. Вот, на сегодня у меня со цветами все. Хочу еще показать вам. Ходила на свои грядочки возле дома. У нас у всех жителей нашего дома есть небольшие грядочки, там по две, по три грядки. И вот я сегодня выкопала лук-полей. Сейчас я вам хочу показать. Вот он, лук-полей. Я его сажала первый раз. Смотрите, какой он здоровый вырос. Я промыла, почистила все. И буду нарезать и в морозилку. О, пахнет луком и чесноком сразу вместе. И заодно еще нарезала петрушку. Сейчас у меня все это немножко подсохнет, вода уйдет. Я петрушку тоже, наверное, нарежу и в пакетике
и морозилку. Вот, думала, если застоит до сегодняшнего дня, то петрушку нарежу. А если нет, то, конечно бы, ну, ничего страшного и не было бы, обошлись бы. Лук порей я сажала совсем немножко, хотя у меня рассады было много. Первый раз прочитала, что он прорастает высотой где-то 1,5 метра. И думаю, зачем мне такое крупное растение, крупный лук. Но он вырос не очень большой, наверное, где-то 7-10 сантиметров. Вот. Вот так. А сейчас, после видео, я буду пересаживать вот эти все цветы. Тут, детки, у меня фиалок, пеларгония, бегония. Потом вот череночек своей взяла, пеларгонии королевской. Вот эту фиалочку нужно мне разделить. Тут не знаю, что творится, давно уже хочу. Вот эти все растюшки хочу пересадить. Вот видите, у меня эта бегония была золотерка, она сгнила. Я взяла черенок и хочу укоренить. Вот эту бегонию тоже хочу посадить в горшок побольше. Ну и тут фиалочки у меня есть. Эта фиалочка я, видимо, перелила. Загнивает у меня. Тоже буду пересаживать. Ну, в общем, работы на сегодня полно с пересадкой. Ну, на сегодня у меня будет все. Всем самого хорошего, доброго. Пусть все у вас будет хорошо. До свидания. Вот. Как вам моя новая скатерть? Мне она очень понравилась. Ну, хотела совсем другой, с другими рисунками купить. С другим рисунком. Ну вот, не нашла то, что хотела, и поменяла на такую. Ну все, теперь все. Всем самого хорошего, доброго еще раз. Пусть все будет хорошо у вас. Здоровья, благополучия. И отличного настроения.